Полномочия по выполнению государственных функций вернулись в Ненецкий округ. Окружное собрание депутатов единогласно ратифицировало договор между Архангельской областью и НАО о взаимодействии при осуществлении полномочий органов госвласти двух субъектов. Тему продолжит Дмитрий Щепанов. Семилетняя история с распределением государственных функций между Ненецким округом и Архангельской областью завершена. Окружное собрание депутатов ратифицировало договор о взаимодействии при осуществлении полномочий органов госвласти. Проще говоря, полномочия, наконец, переданы в Нарьян-Мар. Практически во всех выступлениях сегодня звучало одно и то же слово – ответственность. Теперь все вопросы – дороги, сельское хозяйство – будут решаться в этом здании. Кивать больше не на кого. На внеочередной сессии собрания депутатов с единственным вопросом на повестке – тот самый договор. Депутат Госдумы Елена Вторыгина считает решение вопроса с полномочиями заслугой региональных властей. И это, я считаю, что благодаря все-таки огромной работе сегодня временно исполняющей обязанности, хотя я уже считаю губернатором Ненецкого округа Игоря Викторовича Кошин. Это правда. И, безусловно, губернатор Архангельской области Игорь Анатольевич Орлов. Сам Игорь Кошин поздравил собравшихся с подписанием договора и предупредил, что работать теперь придется с удвоенной силой. Оправданий за недоделанную работу больше нет. С одной стороны, нам было гораздо проще отмахиваться от определенных проблем, ссылаясь на своего соседа, ссылаясь там на кого угодно. Сегодня мы эту возможность потеряли, причем сделали это единогласно. Вместе с полномочиями к Ненецкому округу отходит имущество, ранее принадлежавшее властям Поморья, а также половина собираемых в регионе налогов, кроме налога на прибыль. Сейчас окружной администрации предстоит масштабная работа. Имущество нужно принять, а собственную структуру основательно переработать под новые требования. Договор подписан на 7 лет, а по истечении этого срока может быть пролонгирован. Дмитрий Щепанов, Леонид Шишелов, телеканал «Север».